Всем привет, вы на канале Ваванчик 85, и сегодня мы рассмотрим один из крайних, наверное, редких сетов, Вера Охотника. Сет, который никто не носит, никем не используется, да и вообще не знаю, зачем этот сет нужен. Этот сет состоит из четырех вещей и дает нам броню. То есть чем дальше мы находимся от мобов и делаем выстрел, тем типа больше у нас брони. Какая-то странная какая-то вещь. И после первого попадания эта броня слетает. То есть моб, который попадает в тебя один раз, он скидывает тебе эту броню. А если моб стреляет с МП7, то есть как у пригаров, у гранатчик, гренадер, то есть он тебя просто убивает сразу. То есть твоя броня ничего не играет. Рассмотрим пример этого сета моей сборки. Какая сборка получилась и выпала мне. Что я переделал, что я перекрафтил, какие модули я вставил. Какое оружие я использую. Там, штурмовая винтовка. Почему штурмовая винтовка? Потому что выпадает этот сет не так часто. И снайперская винтовка. Снайперская винтовка, потому что дает он нам от снайперской винтовки урон. И штурмовая, потому что на дальних расстояниях этот сет рассчитан. Чем дальше, тем типа больше брони. Ну и давайте рассмотрим сет наш поближе. Рассмотрим наш сет Вера Охотника. Сколько же набрали оружие? Запас сил, электроники. Оружие у нас 3026. То есть на снайперской винтовке нам дает 144 тысячи урона. На штурмовой винтовке 279. Запас сил 3830. Можно поменять запас сил с оружием, наверное, это будет лучше. Ну или оставить с жизнью. Неважно, можно менять. 473. То есть в жизни у нас 114 тысяч, 115 тысяч. Электроники 1200, и модулями мы набили 20-ку, чтобы можно было себя хилить, использовать импульс, или там, кому как нравится, стеночка, или что-то еще. Вообще, как бы, сет Вера Охотника рассчитан на то, чтобы с ним пользовались снайперкой. Ну, там написано в описании, что урон критического попадания от снайперской винтовки. Не знаю, мне кажется, можно любым оружием пользоваться. И с автомата достаточно-таки быстрее эту броню ты накидываешь, чем со снайперки. Со снайперки тоже с М1 можно. Вот так. Бронежилет Вера Охотника. 700 с чем-то там у нас. Два модуля, шанс крита, сила навыка на оружие и на жизнь. Так, у нас здоровье, броня, боезапас. Ну, я здесь переделал броню, брони не было. Здоровье как бонус, что-то. Маска. Маска у нас на силу навыка переделана, чтобы 5000 все-таки прилично. 700 здоровья, 160 пули. Вместо силу навыка, стойкость к физическим видам. Так как тут ПВЕшный такой билд. Ну, я не знаю, кто будет играть им в ПВП этим билдом, я вообще не понимаю. Одна пуля, одна броня, ну, я не знаю, я не понимаю, зачем он вообще этот сет нужен, как бы. Я не видел ни одного человека, который ходил бы в этом сете. Я не слышал ни от одного человека, чтобы кто-то собирал этот сет. Где-то вообще обсуждали его. Я сам-то его собрал, я не знаю зачем. Просто чтобы рассказать о нем, чтобы увидеть, что это такое. Я попробовал его сам первый раз. Наколенники Вера Охотника 800, то есть накинуто 150 сил, шанс критического попадания. Так, броня. Рюкзак. Ну, рюкзак тут можно и крайние меры к нему прикинуть, но две
Урон от выстрела в голову как бы получше будет с зоркого. Ну и рюкзак у нас урон тактического попадания, здоровья и на пулю. Так, перчатки мы уже смотрели. Ну, еще раз, урон от штурмовой винтовки. Перчатки выпало мне несколько штуках, ну, блин, убогие до ужаса просто, да нельзя там. Лечение за убийство практически на всех. Ну это ПВЕшный вообще в доску. Урон от пистолета вообще зачем, непонятно. Урон от ручного пулемета на сете, который рассчитан на снайперскую винтовку. Ну хоть какой-то рандом бы сделали, короче. А короче, я взял вот этот вот сет, переделал лечение от мобов. Убийство моба сделал 41 крита плюс процент. И кобура у нас тоже. Можно поставить и крайние меры, чтобы от пригара защищаться от гранат. Ну, я также говорю, что урон голову 10%. Все равно мы не будем лезть. С снайперской винтовкой мы воюем издалека. И пригары нам страшные, гранаты тоже как бы докидывают. Но можно отпрыгнуть ее, но все равно весь время. 730, 720 и 708. А оружие снайперка. Так, это армейский или какой? Г36. Улучшенный Г36. Коварство, точность и концентрация. Ну, можно, наверное, коварство. Вместо коварства какая-нибудь брутальность или что-нибудь на урон. Можно и с дробовиком походить, если у вас перчатки на урон дробовика. Ну, я попробовал со снайперки, как бы, и с гэхи далекий бой. Более удобная, более приятная игра. Ну и снайперка. 204, 229 есть, там баланс, какую-то стабильность. Плохо они выпадают, эти М1. 204 я сам скрафтил, у меня там есть чертежи. Отрава, пагубность и ярость. Ярость на шанс крита, отрава. Они там начинают глазки тереть, пагубность, кровь у них бежит, они тоже что-то непонятно. Можно и, конечно, другие таланты, там, на урон, от выстрела, голову, брутальность, смертоносность. Кому как больше нравится. Или она от хил, можно автомат, чтобы был. Знаете, если у меня на отхил нет автомата. Автомат на отхил, не помню как. Называется вампиризм. Вампиризм или урон отхил от урона критического попадания. Здесь нет у меня отхил ничего. Ну вот, вампиризм. Можно и на автомат его закрафтить, переделать какой-нибудь. А вот самосохранение тоже можно. Ну, если вы уж совсем сосный ПВЕшник и одиночка, то самосохранение и вампиризм, наверное, будут идеально два подходить на автомат. Штурмовую винтовку. Так. Жизнь 114 тысяч. Так, броня 75к. Так, защита экзотическим видом. Можно поднять до 40 или до 30. Там где-то на каких-то вещах можно переделать. И будет 40. Вроде так. Я сам не пробовал, но делали пацаны до 40. Можно поднять до 38 где-то так, ну 40-38, примерно, я точно конкретно не знаю, но можно, там есть на бронежилете и на коленниках. Так, что еще? В общем, ничего там. Ну, давайте посмотрим, как себя ведет этот сет. Стрелять в мишень. Как себя ведет сет в темной зоне. Почему же, какая у него появляется плюшка, это броня, якобы. При попадании в противника пулями вы получаете броню временную, количество которой растет с увеличением дистанции выстрела. Эта броня исчезает после первого попадания противника в вас. После первого. То есть противник стреляет с автомата и один раз попадает, и тут же следом идет еще 10 пуль, и мы их впитываем, если сами не стреляем. И ради этого существует этот сет. Смотрим. Так, зашли мы в темную зону. Сейчас попробуем в темной зоне на нормальных мобах, как у нас броня это ведет себя. Так, вот мы под броней.
стреляем. Да, что-то ставили мне знатно. Так, так, так. Да ты за мной гонишься еще. Кинемся. Броней. Я не знаю, я не могу понять, какой-то эффект дает она, не дает. Так, скинулась броня и меня пробило тут же. Как-то она неактивно держится, эта броня. По крайней мере, я не вижу, чтобы она держалась. Ну, под броней я, да, и чё? Снимает мне жизнь. Давайте еще могу покинуть. Морой минус. Не будем. С Робин воевать в этом сете. Не знаю, не ощутил я, чтобы у меня какая-то броня была, но, блин, попадают по мне мобы и попадают. 120 тысяч жизней. Кап брони. Еще и эта броня. Фиг вот. Давайте сейчас вот здесь еще. Броня есть? 34. У тебя были тоже 34. 35-ки, наверное, разорвут на вообще. Внимание, вы входите в зараженную зону. Сканим. Вешали броню опять. Я не вижу, позицию занял хреново. Выход из зараженной зоны. Ага. Опять решетка, это которая через решетку не работает. Внимание, по всем данным. Я горю какой-то зеленой фигней. Типа отображает, что у меня броня, что вы выходите из зараженной зоны. А, вон шкала, она тратится, да? Так. Ой, нам нельзя гореть. Чё? Почему вы не стреляете? Нет, гореть не-не-не, гореть не, вообще ни в коем случае! Фиг знает, вообще я не понимаю фишки этой брони. Я никак не заценил. Одно попадание и брони сразу нету, то есть... Ну это броня какая-то такая. Просто... Появилась броня? Попадание. Оп, нет брони. Появится. Или нам дают, а вот включится эта хрень, не включается. Через эту дырочку увидеть. Так, сюда, сюда, сюда. Газовая граната пошла. Вот мы опять под броню. Ну, стрельните по мне хоть раз. Давай. Блин, одна пуля и... Они состреляют с автоматов, снимают столько брони. Не знаю я. Если только вот я тоже буду стрелять с автомата,
и постоянно у меня будет обновляться. Нет. Я вообще могу и попадут по мне, да? Может быть, это в метро надо пробовать? Так, пока я перезаряжался, он уже снял. Нифига, он попадает по мне и снимается жизнь все равно. То есть какой-то момент только попадает, когда... Сам по своей газовой гранате задохнулся. Внимание, вы входите в зараженную зону. Я постоянно под броней, но вот эта броня постоянная, не знаю. Я не понял. Ну вот он попал по мне, не пробил, типа, да? Оп. Ну, с очень одно попадание хотя бы снималось бы какой-то процент. И тогда был бы смысл, толк какой-то, что. Коленники кочевник 240-й. Ну, нафиг они вообще не нужны. Снимали бы какой-то процент, как по шкале бы шло. Но вот она один выстрел, то есть шкала — это время получается. Один выстрел, и у нас пропадает броня полностью, да? Я не знаю. Мне кажется, это нерезонно. То есть один выстрел и никак. Бессмысленно. Ладно. Комбы воюют. Груз получен, подтверждаю. Лут улетает. Эвакуация прошла успешно. Посмотрели, попробовали этот сет мы в темной зоне. На мобах 34-ках. Не знаю, я получать одну пулю и получать после этого урон. Если подойти поближе к ним, то тебя просто разорвут эти мобы. Они вообще всех разрывают. Там, в чем бы ты ни был, хоть у тебя там 600 или 700 тысяч жизней. Если дробовик, то это вообще смерть. Но если ты постоянно стреляешь, да, ну ты когда перезаряжаться начинаешь, и вокруг тебя мобы, броня это тебе один выстрел никак не поможет, ты же не будешь прикладом бить. Ну, можно убить, но если он тебя ударит прикладом, сразу умрешь. В общем, делаем выводы по этому сету. Это бесполезный сет вообще. Я не понимаю, зачем он нужен. Его надо переделывать, чтобы был какой-то плавный сход этой брони, вообще, чтобы она хотя бы как-то действовала, чтобы хоть кто-то ходил это, в этом сете, но и он вообще никак не используется, и никто не девается в него. Ну вот такой у нас сет, Вера Охотника. Оставляем свои комментарии, может быть, у кого-то, кто-то пользуется этим сетом, может быть, я не встречал в своем окружении этих людей. Ну ладно, в общем так. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кто там у меня любимый хейтер, который все время дизлайк ставит, ставь дизлайк. Всем пока. Всем удачи.